Здравствуйте. Инспектор патрульной полиции, Ленинградской полиции, Вуд Анатольевич. Держите. Что это такое? Документы. Зачем? Ну, вам документы же мои. А ключи нужны? Зачем? Ну, у меня они привязаны к документам. Я вас понял. Вы знаете, что нарушил? Еще нет. Но я хочу, независимо от того, что нарушил, хотел бы, чтобы вы выписали постановление. Постановление? Ну, вы же знаете, меня остановили, вы же гнали с ним. Совершенно верно. Ну, давайте. Мы делаем все на по-порежному. Так, а вы, сначала, ну, как бы, суть какого-то правопорушения, доказы, ровные справы, Александр. А потом все остальное. Документы как будем? Ну, вы проехали, мы... Я еще не понимаю, о чем речь, поэтому давайте начнем с ваших документов, с доказов, а потом предупреждение, потому что как-то вы слишком торопитесь. Да, давайте по этапу. На полиции буду, Антон Валерьевич. Отлично, вот это уже похоже на полицейского. Пожалуйста. Да, Антон Валерьевич, да. Суть кое-нового правопорушения, причина запинки, доказы по справе, показы свідків, відеофіксація або щось інше.